Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, с вами Краст и добро пожаловать на канал. Как вы правильно помните, я вам рассказывал, что сейчас проходит первый российский фестиваль игр Steam. И мы продолжаем с вами играть в интересные демки, которые сейчас вышли в Steam и можем с вами в принципе поиграть. Сегодня у нас игра под названием «Василиса и Баба-Яга» от Баба-Яга ГМС. Если я надеюсь, я правильно назвал авторы, потому что кликнуть почему-то нельзя. И, в принципе, игра визуально выглядит как интересная, короче, сказка, судя по скриншотам. И я решил в нее сегодня поиграть, показать вам и посмотреть, что она из себя будет представлять. Поэтому... Жил-был купец со своей Озвучка женой. Даже есть. И была у ей одна едина дочка Василиса. Жили они ладно да дружно. И усё бы хорошо, но горе нежданно пришла. Заболела жена и умерла. А дочке Василисе 8 годков усего было. Погоревал купец, как и полагается. А что ж одному-то? Да и женился на другой. По торговым делам надо было ему из дома отлучиться. Да налга. А мчиха-то, пока его нету-те, решила от Василисы избавиться. Выпизнула, сука. Кстати, разработчик рекомендует играть именно с геймпадами. Она, в принципе, адаптирована под все от PlayStation, Xbox и другие. Ага, нас не пускают. Ага, это я и хожу. Интересно, у нее управление. Блин, я не хотел стучать снова. Ну ладно, пойдем. Так, а мы можем что-то делать кнопочками? Кнопочками мы только ходить можем. Ну ладно, пойдемте тогда. Нифига здоровый тесак, это что, Кратоса что ли? Российский Кратос там, наверное, просто такой живет. Ой, блядь. Это кто такой? Домовенок что ли? В колодец прыгнул. Надо помочь ему. Нельзя достать его. Ну ладно, пойдем тогда дальше. А может он просто ведерочку уронил? Ёпа мать. Ты куда? Испугалась маленькая? Ну ее можно понять, страшненько ей. Тут даже саундтреки есть, ёпта мать. Охуеть. Обалдеть. Визуал, короче, охуенный. Озвучка, в принципе, заебись под тематику. И музыка, бля, разраб, ты, короче, гений. Чисто в пятку целую. Пока что реально выглядит прикольно. Василисе мать перед смертью куклу отдавала и приговаривала: береги ее всегда и никому не показывай. А когда беда приключится, ты ее покорми и успроси, что делать. Ты подглядываешь. Я тебя видел. Так, я уже не понял, как я в лесу оказался каком-то. Села Василиса на камень у дороги и куклу достала. Стала ее кормить, а сама ей горится. Ты, куколка, ешь, да про беду мою послухай. У батюшкином дому живу, а никакой радости. Злая мачеха хочет меня с белого света изжить. Послала меня мачеха за огнем к бабе ее, а я боюсь, она меня съесть. Научи ты меня, милая, как мне быть, да что делать? Так, покормить куклу. Ага. Поела кукла, глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — говорит она. «Ступай, куды посылаю, только меня держи всегда при себе. Пока я с тобою, ничего у Бабы-Яги не случится».
Кукла наш оберег. У нее глаза Василиса засветились. Василиса собралась, куклу свою в карман положила, да и пошла удрямучили. В общем, у нее глаза красного цвета, она их как будто демоническая какая-то, если честно. Ну ладно, пойдем дальше. Игра, короче, ощущается просто как какая-то сказка. Ебать. Стрима-то какая. Там полуночницы, что ли, из Ведьмака бегают, я не понимаю. Жесть какая. Но пока у нас есть кукла, с нами ничего не случится. Нам так дали знать. Ёпта, блядь. Русалка. Ёпта, блядь. Вот сучка крашеная. Выкинула нас. Вышла Василиса на берег реки широкой-приширокой. И слыша, будто шуршит кто это. Кто-то за нами идет. Говорит ей кукла. Это водянихи камышами по ночам шатают суть. Коль тебя увидят, защекочут до смерти. Ты в лодку садись, да плыви тихо. На глаза им не попадайся. Ладно. Иди отсюда, ва. Ёпта, что за ведьмак тут начинается? Обалдеть. Сука, могла заметить. Так, там она, ага. В этой игре есть стелс, блять, охуеть. Сука, она прям рядом была. Все. Блять. Блять, они нас окружили. Суки. Че, все? На дно нас утянули. Ходим под водой, дышим. Домики находятся. Видимо, какая-то деревня тут была, и она утонула. Сука! Ты чё, блядь? Слышь ты, чертила? Пошел нахуй, блядь! Не трогай мой капюшончик, сука! А ну отпусти меня, блядь! Козел, блядь! Свой купи! Или шеи, не знаю. Обалдеть, блядь. Опа. Вдруг как выскочил перед Василисою черт речной, дорогу перегородил и, не давая дальше пройти, лапами маша, зубами щелкая. Испужалась Василиса, а куколка ей говорит: речная нечисть тебе проходу не давая, не горись, отпусти меня, я с ней справлюсь. Так, подостать куклу. Нихуя у него палка. Ёпта. Нихуя сис. Нормально. Оба, оба, оба. Всем по жопе надаю. Победа. Оп, куколка обратно к нам. Поцеловала ее. Все, идем дальше.
Нормальная мини-игра была. Это было весело. Ага. Петушок. Под водой петушок, блять. Эй, петуч. Ладно. Снова он. Не понимаю. Почему? Он как будто туда показывает идти. Водит нас нечистая сила кругами. Надо правильную дорогу запоминать. Как увидишь что-то новое, значит дорога верная. Угу. Тут камни как расположены. Но оно в принципе не отличается. Понятно. Пиздит. KFC, сука сраная, блядь. Сейчас разберемся. Опа. Что-то новое. Оп. Еще что-то новое. Корова под водой, блядь. А подавить можно? Нет, не дает. Ага, наебал нас. Сука. Идем прямо. Домик. Идем наверх. Корова. Идем прямо. Сука такая, а. Ах ты попук блядский-то, а. Так, еще раз. Идем наверх. Блядь, нет, не наверх, значит. Ебаный ты попугай, блядь. Идем прямо. Сейчас идем мы прямо. Идем снова, получается, наверх. А сейчас попробуем вниз. Блять. Сука, попук ты, еле, блять. Почему попук его называют? Сука, курица, ебучая, петух. Бляха-муха. Так, прямо. Еще раз идем наверх. А сейчас давай влево. Влево не ходили. Влево. Сейчас давай попробуем наверх. Ага. Наверх и... Давай попробуем прямо. Выбрались. Слава тебе, Господи. Дюжа уморилась Василиса Уэнтом в лабиринте. Выдохнула и дальше пошла. Да я тоже запарился, слушай, мать. Это пиздец какой. Сетры, блядь, плавают какие-то, ёпт, не знаю, или кто там, окуни. Окуняшки. Тоже сверху плавник, это семейство, по-моему, окуневых. О. Мурлоки! Ой. А чё вы такие злые? Ну ладно. Ёпта, блядь. Это что за щука речная плывет? Охуеть. Здоровая рыба. Быба, рыба. Опять они. Ребят, извиняюсь, если я буду кашлять, потому что немножко все-таки еще болею. Но постараюсь меньше этого делать. На по жопе, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Странная мини-игра, но забавная. Хоп-хоп-хоп, по жопе настучал он. Оп-оп-оп. Хлеб, одна штука. Если вам не видно, конечно, за веб-камерой, но, видимо, это жизнь. Победа. Угу, все, идем дальше. Слышь, Василиса, как будто кто-то плачет. Ей кукла и говорить. Видать, у беду кто попал. У водяного у пляну томится. Ты меня отпусти, а я сумею помочь. Если ты слышишь, что кто-то плачет под водой, не иди туда. Достать куклу.
Ой, ты кто? Малыш. Лут. Мешочек с солью. Соль — надежное средство против нечистой силы. Пригодится, если придется с водяными иметь дело. Хорошая вещь. Ей, у нас есть соль. Главное, что не питерская. Ладно, пошлепали дальше. А что так много коров под водой, я не понимаю. Они утонули, что ли? О, здравствуйте. Тихо, больно, это очень странно. Домик. Большой домик. Боярин какой-то жил, видать. Или живет. Рыбы какие-то угрожают. А что, нам в дом надо? Войти в ворота. Кто-то рычит. А кто может рычать? Еще и под водой. Это та селедка, блядь. Глядеть, Василиса, чудище речная на дне лежит. Ей идти-то дальше страшно стало. Ну да, мать, мне тоже страшно стало. Куколка Василисе и говорить: не бойся ты его, погляди, спит он. Иди помаленечку, да плавники не зацепи, и все хорошо будет. Хорошо, мать, я тебя послушаюсь, пойдем. Присесть. А как плавники не задевать? У него даже в волосах плавники, ты посмотри, что. Ёпта, это что такое было? Так, плавничок, раз. Лапка. Не, это явно то чудище, которое проплывало около нас. Блять. Оттолкнуло меня. Ёпта, да что ж такое-то? Что ж вы меня все отпихиваете-то? Ебать, да что ж такое-то? Суки. Я ж прошел, нормально. Сучары, блядь, подводные. Ага, прошли. Нифига, какой Йормунгард. Проснулся водяной, схватил Василису, опутал ряскою и не хочет отпускать. Дюже ему захотелось, чтобы она под водой у него осталась. Зачем я тебе? Заиграйте мне по драку, пара. Ебать, босс-файт! Ать-ать-ать, по щам получай, блядь. О, господи, блядь. Что делать-то, а? Опа! Соль-то помогает, соль — великая сила. Счихнул опять. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Больше-то у нас нет соли. Пропал по мне, господи. Не забыл, как быстро бегать-то. Ага. Лапкам надо бить тоже. Ага. Лапки красные, все, по щам получает. Плавником по мне ударять-то это нечестно же. Все, 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 по щам отхватывай. Отхватывай, отхватывай, отхватывай. Все. Получил вот так вот. Куколка-то у нас мощная.
Красиво было. Ну все, он спать обратно лег. Снова поцеловал. Нет, кукла хорошая, зачарованная. И опять кукла Василисе подсобила, чтобы от водяного-то убежать. Пригляделись, а там уж и к берегу рукой подать. Ну, тоже верно. Сейчас до бережка-то и доберемся так. Как она под водой дышит? Из-за куклы, что ли? Идя, Василиса, и усё дрожью дрожить. И откуда ни возьмися, мимо нее конь скачет. Ебать. Белый, и грива белая. А ты что за текстурный-то вылез, слышь? Белый. Светать потихоньку стало. Рассвет. Спасибо, что вы поиграли. Мужик, слушай, или девушка, я не знаю, кто разработчик, но... Эта игра... Она интересна, охуенная, блять, и типа, я не видел пока что таких аналогов в сказочном стиле, чтобы кто-то еще делал. Потому что что визуал, что как бы игра, это реально охуенно. Короче, я жду полного выхода, реально, я буду ее покупать. Чисто из уважения к автору, потому что игра реально охуенная. А если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, ну и подпишитесь на канал. Всем спасибо, всем до новых встреч, всем пока.